магазин «Инструмент-центр». Сегодня у нас в видеообзоре набор инструментов от компании «Ультра». Это, точнее сказать, «Сигма Ультра» бренд. Код товара 60132. Это набор на 108 предметов. «Ультра» бренд принадлежит компании «Сигма». «Сигма Харьков». «Ультра» – это профессиональный инструмент. Делается на острове Тайвань. Указывается на упаковке. Код товара 60.03.132. Также с обратной стороны указывается, где именно набор производится. Комплектация набора с обратной стороны. CRV, хромбонадевая сталь, материал изготовления. Два рабочих квадрата, 1/4, 1/2 дюйма, 108 предметов. Трещотки на 72 зуба. И профиль головок шестигранный. Ну, а теперь комплектация. Такая прокладка идет между двух крышек. Здесь она довольно-таки плотная в наборе. Начнем мы с трещоток. Трещотки на 72 зуба. Это мелкий шаг. Два рабочих квадрата. Трещотки разборные. То есть внутренний механизм можно заменить или смазать. Есть быстрый сброс, фиксация головки. Рукоятка комбинированная. Резина, пластик. Черные вставки. Резина, красный пластик. Надписи «Ультра», логотип на металле есть. Маркировка CRV, хромбонадевая сталь. И также надпись «Ультра» на самой рукоятке трещотки. И реверс. Право-влево. Переключение. Длина трещотки 1/2 дюйма составляет 250 мм. И маленькая трещотка 1/4 дюйма, также на 72 зуба, мелкий шаг. Реверс, длина 150 мм. Перточная рукоятка. В наборе вы можете применять ее или в головке 1/4 вставлять. Также удлинитель можно сюда подключать еще. Полезно для труднодоступных мест. Или также можно подсоединять сюда биты. Биты, которые уже прессованы. Головку, то есть биты с переходником. Таким образом получаем отвертку. Длина отверточной рукоятки 150 мм. Ручка пластик. Прессительный квадрат сверху также имеется. Сюда можно, допустим, вставлять Т-образный вороток. Масса комбинаций. Так, Т-образный вороток под 1/4 дюйма. Длина 11 сантиметров с плавающей головкой. И также есть вороток под 1/2 дюйма, под большой квадрат 1/2. Также с плавающей головкой. Длина 250 мм. Но здесь конструкция универсальная, то есть снимаете переходник. Переходник можно использовать для перехода с квадрата 3/8 на 1/2. А вот это вот получаем удлинитель. То есть 250 мм. Такая универсальная конструкция идет. Еще один удлинитель 250 под 1/2, но поменьше, 125 мм. И два удлинителя под маленькую трещотку 75 и 55 мм. Два кардана. Под большую и маленькую трещотку. Карданы скреплены металлическими вставками. Две свечные головки 16 и 21 мм. Внутри резиновые вставки. Для того, чтобы свеча не выпадала. И комплект коротких головок под 1/4 дюйма и под 1/2 дюйма. Под 1/4 у нас 13 головок идет. Самая маленькая 4 мм шестигранная. Самая большая на 14. И ряд. Это головки под 1/2 дюйма. Общее количество 17 штук. Самая маленькая 10. 6 граней. Самая большая 32 мм. Покрытие полностью матовое. Логотип «Ультра» и маркировка CRV хромонадевая сталь. Вес головки 32 мм, составляет 222 грамма. Здесь она довольно тяжелая. И набор головок Torx.
Самая маленькая Е4 Торкс. Самая большая Е24. Общее количество 13 штук. В верхней крышке набор длинных головок. Общее количество 13 штук. Маленькая идет на 6 мм, самая шестигранная. Самая большая на 22 мм, 6 граней. Адаптер-переходник для бит. Бит — это нижний ряд биты. Вставляете в переходник нужную биту и сюда поставляете решетку, допустим. Общее количество бит под адаптер 1,2 дюйма составляет 17 штук. 10 торксы есть, крестовые, шлицевые и шестигранные биты. И биты, которые уже идут с переходником под 1,4 дюйма присоединительный квадрат. Общее количество 18 штук. Также крестовые, шлицевые, торксы и шестигранные. По комплектации набора все. Материал, еще раз повторюсь, хромбонадевая сталь. Гарантия на инструмент ультра составляет 1 год. Кроме бит. Биты — это расходники, то есть расходный материал. Гарантия не распространяется. Очень хорошее сочетание цены и качества данного набора. То есть и цена, и качество соответствуют качеству металла и литью. То есть и литью единиц инструмента в наборе. А еще забыл, вот набор шестигранников еще есть, 3 штуки. Кейс состоит из двух частей, зависы пластиковые, внутри есть металлические вставки. То есть, видите, хорошо держится в крышке верхней, ничего не выпадает. Запирание на металлические замки с логотипом Ультра. Такой набор. Ну и кейс. Кейсы, видите, нарядные очень, с красными вставками по бокам. Но это не металлические вставки, это декоративные, пластиковые. Металлическая бляшка посередине с логотипом Ультра. Если по пластику, пластик средней жесткости. То есть пальцем продавливается, но пружинит хорошо. Габариты кейса. Ширина 38 см, длина 28 с рукояткой, высота 8,5 см и вес набора составляет 7 кг. Напоминаю, при подписке на канал или оставленном комментарии под видео вы получаете дополнительную скидку при заказе в нашем интернет-магазине. Спасибо за просмотр. До свидания.